Хей, йоги, с вами Шумки, мы продолжаем бродить игру под названием Dark Souls 2. Манать, звуки громкие. Так, если вы не забыли, то мы с вами пришли в цитадель. А мы, если что, забрали... ключ. Надеюсь, фантомов здесь больше не будет. Ну, по крайней мере, никто не вторгается. Шлем дали. Шлем. Аланского рыцаря. Такие шлемы носили аланские рыцари. Связь между аланскими рыцарями, служившими старому железному королю, была крепче стали. Но в итоге всех рыцарей поглотил огонь, уничтожив замок. Так, если не ошибаюсь, оттуда тогда ко мне тоже, да, побежал вот это? Эти самураи какие-то, ну, очень чутливые. Они очень хорошо видят меня. Так, давай тогда по одному. Чтобы у меня потом с ними проблем не было. Ой-ой-ой-ой! Так, теперь призываем данного рыцаря. А ну сюда иди. Давай быстрее. Они очень быстрые. И главное, не пойми, с чем это связано. Видите, вот, он сразу бежит сюда. И я не понимаю, как он меня тут, оттуда так видит. Все, разгон пошел. На самом деле, какой-то дисбалансовый рыцарь. Там еще. Подожди, так ты еще один? Просто не в курсах, насколько это все безопасно вообще. Сюда дуй. Зря, да, я двоих позвал. Ну, в какой-то степени, думаю, плевать.
Так, дальше, что меня интересует, вещи использовать. Я помню, что там босс, там где туман. Так, ясненько. Тогда сейчас убьем этих и разберемся дальше. Ведь даже в голову, понимаете, им типа, ну, не так уж значительно. А ля умный, ля умный. Он, как и я, прячется. Так, ну, а того, в принципе, я могу и подбежать, и так убить. Блин, они на самом деле... Ой. Ладно, это было странно. Я забываю про свой этот колокольчик, новый объект. Так, я же человеческого, да, облика, да. А, мне обязательно с ним соло драться? Тут как-то желание вообще нулевое. Здесь как бы этих тоже, да, нету начертаний. Ха. Ну, в принципе, туда бы мог пойти как вариант. Чел, может, ты ко мне спустишься? Я буду не против. Не, я бы с ним сразился бы наверху, но херня в том, что там вот этот черт. А я с ним вообще не хочу драться. Ну, потому что тот с луком будет меня пулять. Да, меч у меня ломается довольно быстро. Мне 17 тысяч? Так быстро. Так, а теперь с тобой, приятель, надо как-то разобраться. Бля, нет, 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 приятель, я помню твою силу. Попробовать просто пробежать его. О, как возможность...
Ладно. Сейчас все удачно произошло. Так, с этой стороны не открыть, да? Так, если не ошибаюсь, он вот эту ломал. Давайте по одному. Давайте по одному тогда. Я просто не хочу с большой толпой сражаться на мечах. Плюс, если смотреть, что мне хватает на несколько тычек. Стрелы, смотрю, нужно уже будет купить. Черепашка. Ну ладно. Рыцари. Ну, мне стрёмно куда-то идти, куда-то как-то спешить. Вот даже тот рыцарь, да, вот черный стоит, сейчас там на меня смотрит. Но что я могу сказать о нем? Он меня убьет. Я не буду, типа, не прав. Был бы я лучником, вообще бы всех тут врагов расстрелял. Так, тихо. Потом того убьем. Я и буду надеяться, что там ни хера нету. Большой осколок титанита. Я понял, что это было. А, тот сгорел, найс. Мне же лучше. Мне интересно... Там, где он стоит, куда это ведет.
Я вот херал то, что у них снаряды самонаправляющиеся. Так, окей. Я знал, что там будет что-то наподобие такого. Тише, пассатижи. Тут ловушка на ловушке. А это, да, можно поднять. Так, значит, нужно осторожно идти, не наступать на кнопки. По факту я туда могу допрыгнуть. Но это рискованно очень сильно. Я могу допрыгнуть здесь, но в тот же момент я могу и упасть здесь. Я не знаю, что говорить. Окей, поехали. Надеюсь, там не босс. Давай, упади, упади, упади. Не? Можно попытаться будет убить того демона огненного. Плохо у меня предчувствие насчет этого моста. Очень плохие. Просто ужасные. Давай, приятель, пойдем со мною. Сделаем таким образом. Если он сюда пройдет, я хотя бы на дуэльную доску встану. Кажется, у него там где-то этот. Линия, через которую он не может пройти. Ну, вы поняли. Промежуток. Короче, где-то здесь у него зона неухода.
Я просто знаю, что если у меня ударят, он меня отшвырнут хер знает куда. Я хочу узнать, где у него вот эта точка невозврата. Пойдешь ли ты сюда за мной? Стены. Мне вот эти стены вообще не нравятся. Я чувствую в этом ловушку какую-то. Ясно. Угу. Угу. Иди в сраку. Найс. Круто. Я знал до последнего, что тут что-то не так. Ладно, давайте я дойду до туда, и мы продолжим. Диос. Так, а теперь с той херней, да, надо разобраться. Так, вещи. Если что, катану выбил. Черная катана. Катана из черного и стали. Оружие алчных рыцарей. Один из самых крепких мечей в своем роде. Излюбленное оружие тех, кто предпочитает убивать одним ударом. В дни рассвета своей страны старый железный король любил принимать странных гостей из дальнейших земель и развлекать их. Большинство из них были шарлатанами, но среди этого ничтожества сброда попадался обладающийся необычной техникой рыцарь из далеких восточных земель. В качестве благодарности за гостеприимство он научил воина железного короля своей техникой владения мечом. Так, что мы сейчас делаем? Где мои бомбы? Давай. Я думал, он просто падает. А это, кажется, он не просто так падает. Эти сачок кто? Так, ну факт остается фактом. Куда мне? Манатит локейшн с ловушкой.
хочу с ним драться. Особенно знаю, что меня может вообще ожидать. Да ладно, я еще куда-то пришел. Давайте сейчас использую человеческую фигурку. И сейчас такой бам, фантом. Нихера это... Стоп, это огромное тело? А где хар... Ладно. Нихера себе, бычок. А тут нету призыва? Может, все-таки есть? Тут один костер, типа, с самого начала до сюда. Вы что, и угораете? Давайте поищем, я не знаю, посмотрим. Мне кажется, должно быть где-то еще что-то. А вот знак призыва. Бля, фантом, прошу, главное не сдохни в огне. Просто пробеги, пожалуйста, по-быстрому. Хорош. Все. Надеюсь, мы с тобой все это сделаем вдвоем. Идем? Идем. Рядышком бежишь? Поехали. Опасный. Так, тут дырка. Ну что, помогай. Чего? В смысле мой этот побежден? Я понял. Пока что будем в таком плане их делать. Вау. Так, а теперь вопрос, что мне делать?
примерно я понял, если... О! Ну? Ладно. Считайте в какой-то степени, что я сам одолел его. Потому что он беспомощный. Ну, мой помощник. Я мог, конечно, бы сюда упасть, поэтому я держался того угла. Плюс я не знал, что он мог делать, поэтому я пытался себя опасить. Так, душа старого железного короля. Душа старого железного короля, который пал от огня, поглотивший его замок. Плоть железного короля обуглена, а его душа держима чем-то, что таинственно таится внизу. Используя душу старого железного короля, можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет. Сейчас посмотрим, что здесь, если тут... Ну ладно. Нечто окаменевшее. У меня их до хера, на самом деле, этих окаменений. Там, где лишь зверя спустала нога, где никогда не звучали рога. Но когда хлынет толща воды, всякий забудет морские труды. В башне старого железного короля порождается мрак, а слыши голоса. Выйдет тогда на поверхность беда, что короля погребла навсегда. По сути, у меня есть ключи, у меня до хера ключей. У нас, по идее, два должно быть ключа для DLC. А, я знаю, где еще один ключ, но нужно за ним занять будет. Начерченный здесь знак перенесет сюда издалека. Ясно. Начерченный здесь знак перенесет сюда издалека. Начнем с того, что у меня есть первый ключ. Адалце. Если. Хотя... Факт того, что я открыл, ну и мы сюда не пойдем. Это будет у нас последнее. Локейшн, в котором мы пойдем. На самом деле, ну я не знаю, как придумаем. Где мой костер? Что это за херь? Но его нельзя атаковать. Уже очень давно никто не заходил так далеко. Юные полы, хочешь ли ты снять проклятие? Тогда раздели судьбу своего рода и прими ждущее тебя испытание, если ты еще не пал духом. Юный Пол, есть лишь два пути: следовать правилам этого мира или уничтожить их. Но только настоящий король сможет сделать верный выбор. Действительно, многие удовольствились зайти так далеко. Но твой путь еще далеко от завершения. Молодой Пол, считаешь ли ты себя достойным? Юнополы, ищи Вендрика. Ему почти удалось стать настоящим королем. Вендрик укажет тебе путь. Неопытный Полы, быть может, мы еще встретимся. Окей. Почему я к таким мечам не могу прилетать, я не понимаю.
Так, где наша с вами... Ага, вот она. Теперь ты владеешь множеством душ. Проклятый, иди же к замку. К какому замку? Разве у меня есть что-то, что я могу использовать? Так, ладно, быстренько стрелы закупим. Так, закупим у этой самоцветы жизни. Так, вот так, 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 17. Ага, у меня есть такой. Жало черного скорпиона. Давайте купим. Так, что здесь у нас? Странном. Странно, странно, странном. Так, ладно, у кошки докупить кольца. И можно заканчивать. Хотя можно и косточки купить в возвращении. Ну и все, хватит. Отдыхаем у Костерка, ребят, и на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому в какой-то степени всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.